Золотые корнеплоды увидели на прилавках магазинов жители Чувашии в последние дни. Почему отечественная морковка стоит дороже, чем заморские бананы? Екатерина Шеверова приценилась. Почему бананы дешевле, чем морковь? Урожай бананов собирают несколько раз в год. Урожай моркови – сезонный. В такие моменты приходится обращаться за помощью в соседние регионы. А то и страны. Ведь в ближайших Мариэл, Ульяновской области, Татарстане, Нижегородчине ситуация схожая. Но урожая еще нет, а старый закончился. Вот и получается, что традиционные для российского стола овощи везут из Китая, Израиля и Туниса. Отсюда и цены наравне с бананами, киви и грейпфрутами. Формирование цены на морковь зависит от поставщиков, от производителей и от логистических расходов. Данная стоимость на морковь несет временный характер и сезонный характер. Если в магазине одна цена, то на рынке можно исторговаться. Вот только продавцы не особо-то и уступают. Так обычно сняли 95 рублей. Угу. 5 рублей сверху ставили, чтобы... Что делать? 130 были. Дорого. Ну вот местная пойдет, дешевле будет, конечно. И сколько? Новый урожай. 100 рублей. С ума сойти. Ну что теперь? Жизнь такова. Скоро дешевле будет. Откуда такие цены? Ну не знаю. Скоро дешевле будет? Скоро. Что будет? Скоро дешевле будет. Чего? Ну ты еще раз подумай. Нормальный морковь. Нормальный. Ну должна идти. Хороший морковь. Ну цена дорого. Ну что теперь? Ладно. Кушать надо? Подождем, может быть. Кушать надо. На балконе буду выращивать. Оказалось, что кроме космических цен на земную морковку, продавцы еще и забывают о санитарных нормах и правилах. Вот этот продавец. Морковка у нее на прилавке по 100 рублей за кило. Говорит, везет из Краснодара. Хотя там урожай корнеплодов ждут только к концу августа. Впрочем, документов на товар у нее нет. А значит, и понять, откуда морковка, нет возможности. 20 июня 2021 год? Да, да, да. Ну, каждую неделю вот нам такое приносит. Мы даем на лаборатории свою продукцию. Каждую неделю, говорите, а у вас 20 июня 2021 год. Ну, я не нашла, девушка, не нашла. Ничего страшного, наверное, что ли. В итоге морковка по 100 рублей. Документов нет. Ничего страшного. В окрошку морковь не кладут. А к Новому году, сезону оливье, она подешевеет, наверное. Екатерина Шеверова, Павел Ракитин, Республика.